Вы на канале «Большой поиск». Мы с Никитой ищем на берегу речки. Сегодня поиск рыбацких принадлежностей для рыбалки. Ребята, всем привет! Вы на канале «Большой поиск». Едем. Дорога не очень. Ну что делать? Лучше медленно ехать, чем стоять на месте. Ну все, ребят, мы приехали. Тут Лешка нас вон холодцом угощает вкусным из деревенского мяса. Мамка у нее сделала. Попробуй, хороший вкусный холодец. А Никит сразу за работу. Говорит, есть ничего не буду, буду сразу копать. Давно хотели заснять видос. Что можно найти на берегу речки в рыбацком месте. Вот смотрите, видите? Вон рыбак на лодке плавает. Никита копает. Рыбу ловить мы сегодня не будем. Чисто покопаем на берегу речки и посмотрим. Но что интересно, друзья, конечно, здесь мусор. Никита начал у нас копать. И смотрите, уже нашел такой балансирчик. И таких два поводочка. И вот такую пробку. Все находочки заснимем. Ну что, Никита, у нас? Пробка, по-моему. Гигантская притулка. Двумя пальцами. Вон, здесь. Здесь. О, ну и ладно, не нужна она нам. А я уже вижу, это не пробка, это гигантский гвоздь. Вот. Вот тут вот. Чуть-чуть подкапывай прям. Все, все. Да-да-да. Чуть-чуть. О! Надо с двух сторон. Это фольга. Нет. Давай дальше. Да прям спиннинг тут. Закопал. Прям тут спиннинг закопали. Бункер фашистов. Да. Здесь и эти в основном, Никит. Нужно, наверное, видеть все. Ну-ка, показывай сюда. Да, это очередная пробка, ребята. Очередная пробка. Ну, что ж. В тот раз мы пляж чистили от пробок, ездили, а тут почистим берег рыбацкий от пробок и от рыбацких снастей с Никитой. Никита азарт поймал. Опа, еще сигнал. Вообще пинг-понтиком нахожу. Что еще? Очень острый, тихо. Тихо? Гвоздь. Вот такой гвоздь, ребята. Я там новенький нашел. Ребята, смотрите, кто-то яму тут большую выкопал. Видимо, золото кусок лежал. Золотой слиток, наверное, был. Что там, Никит? Очередной гвоздь. Ребята, вот так вот классно. Выходной день воскресный. Приехать на природу. Дядя Леша вон свежим воздухом дышит. А мы вот копаем. Ну, Никита копает, я помогаю, снимаю и собираю находки. Ох, это очень сложно копать. Что там, Никита? Бункер. Очередной гость. Ну, что здесь просто был камень. Вот этот, на котором стояли, где жарили шашлыки. Ага. Я все. А может, поближе к берегу обратно пойдешь? Вот все-таки сюда. Вон там рыбаки пришли. Вот тут вот побольше у тебя находок был. Тут для рыбалки находил. Вот тут походи. Вот
шампана. Еще одна пробочка. Ребята, троечка. Еще один гвоздь. Здесь как будто палатка была вообще. Ого, это гвоздище. Больше, чем все. Ага. Да ладно. Недаром тебе тебя называют на канале Король Десяриков. Дай посмотрю. Ребята, и Никита и здесь десярик поднял. Никит, смотри сюда. Класс? Офигеть. Я просто в шоке, друзья. Даже здесь можно найти деньги. Деньги на рыбалке. Красава, Никита. Кошелечек? Да тут рассыпуха. Давай, пойдем. Молодец. Всегда надо яму закапать, красавчик. Я теперь вообще, кажется... Как и не было ничего. Ребята, все ценные находки у берега. Показывай сюда. Показывай. Вот. Это не грузило. Это колебалка с Настей. О, кастмастер. Ребята, смотрите, какой кастмастер мы нашли. Круто. Точнее, Никита нашел, конечно же. Асмит, ты вон, смотри, кастмастер. Да, прям написано кастмастер. Ну, вообще красава. Гвоздь. Эх, ребята, такой вот гвоздь. Никитка еще нашел такое вот колечко у нас маленькое. Видимо, от блесны. Король пробок. Да, сегодня пробки. Вот. Давай, что здесь? Вот. Вот. А подождите, а вот здесь? Здесь еще и гвоздь. Гвоздь? Вот он. Да, гвоздь. Вместе с пробаном. Вот так. Ребята, ну все. Закончилось наше сегодняшнее путешествие. Небольшой выезд на природу. Сейчас Никите показываем находки. Такие вот тут два поводка. Смотрите, Никита нашел два поводка. Этот такой длиннее. Смотрите, какой длинный. Сантиметров, наверное, 40 точно, а то и 50. Даже больше. Вот, потом вот такой. Потом Никита нашел, представляете? Вот такую вот колебалку, блесну, смотрите. Кастмастер. Мы ее Это самый первый отреставрируем наш. И
как Никита будет закидывать учиться. Это самый первый наш. Вот, и такой вот балансирчик, наверное, 3-граммовый или 5-граммовый. Вот, Тропало, по-моему, Тропало фирма. Вот. Вот. Еще такое грузило. Ну, еще что интересно, без денег не обошлось. Десяточку Никита поднял. И еще вот такое вот, такое колечко. От таких вот похожих. Да, да, да. Вот такое. Вот такой, типа такого кольца. Ну и гвозди, пробки, мы их выкинем, закопаем сейчас где-нибудь или заберем с собой в городе, в мусорку выкинем. Без пробок не обошлось. Так что, ребята, сегодня выезд удался у нас. Все отлично. Подписываемся на канал, ставим лайки. До следующих видосов, друзья! Счастливо и удачи! Пока!